Дети читают стихи. Меня зовут Эйла Эймс. 4 года. Я живу в городе Омск. Мое произведение Айбари Камиль Чуковского. Добрый доктор Айбари, он под деревом сидит. Приходи к нему учить и корову, и волчицу, пешечок, и червячок, и медведица. Всем хозяйчатый стоит добрый доктор Айбари. Ты пришла к Айбариту иса. Он меня укусила оса. И пришел к Айбариту барбос. Меня курица клюнула в нос. И прибежала зайчиха и закричала: ай, ай, мой зайчик, мой мальчик, попал под трамвай. Он бежал по дорожке, и ему перерезала ножки. И теперь он хромой и больной, бедненький зайка мой. И сказала ему: не беда, подавай-ка его сюда.